Можно я скажу? Настро, она меня кроет, мой телефон, бэйби, тебя не расстроит. Я уйду, пуи, меня раскроет. Нужно выбирать нее правильный настрой. Я сделал все, хочу быть собой. Все могу сразу видеть, выгляжу козой. Дрильджик. Я дую, все мои братья со мной. Yes, я дую, со мной ветер дует. Я люблю шмоу, нахуй джаз дует. В своей голове что-то всегда рифму. Это дикий я, сразу кайфую. Это дикий я, она без белья, ей похуй на тебя. Но не на меня, о боже, ее взгляд. Смотри, что-то всегда рифму. Мусора. Влог, как украсть баллончик краски в ресторане. Первая степень, менжуемся. Вторая степень, берем посмотреть. Да нет, не буду воровать, просто возьму посмотреть. Пригляделся. Захотел его засунуть, потому что никто не смотрит. Тип, mission completed. Yep. Буль-буль. Что нарисовать? Дружба. Чему але эмир? Young rapper. Real G. OG boy. Check this out. Можно я скажу? Все, ребята, вышли на дела. Настро, она меня кроет. Теперь можно и пописать. Мой телефон, бэйби, тебя не расстроит. Я уйду, пуи, меня раскроет. Нужно выбирать нее правильный настрой. Я сделал все, хочу быть собой. Все могу сразу видеть, выгляжу козой. Если я дую, все мои братья со мной. Если я дую, со мной ветер дует. Добре, не бенджами. Типа... Не нагрива, не нагрива. Добре. Вам тип советует, не пейте алкоголь, а то будет так. Мусора. А не. Сразу кайфую. Это дикий я. Она без белья. Ей похуй на ребят. Но не на меня. Ребята, срочное включение. Только что Шкода Фабия подъехала. И возле нас остановилась и назад начала отъезжать. Саня, не бежи, не бежи, не бежи, палево. Жестко. Меня семья, реально, да тут там. Я хочу все это, real no town. Я люблю это, baby, down. Нам не все купюры, молодой бар. Настрой, она меня кроет. Мой телефон, baby, тебя не расстроит. Я иду в путь, меня раскроет. Нужно выбирать нынг, правильный настрой. Я сделал все, хочу быть собой. Все могу сразу пить, выгляжу козой. Если я дую, все мои братья со мной. Со мной. Итак. Больше денег, это понедельник. У меня не дел, но я не бездельник. Нихуя, сзади нет, все нормально, идем дальше. Может это была просто пайка, но он прямо возле нас остановился и начал сдавать назад. Надо съебывать с этой центральной улицы. Фу, тут какие-то говно. Я стал говно. Блин, это микрофон. Кто-то рэпчик записывает. А, идем, да.
Так, типа, у меня все кроссовки в говне. Что тут не, нет, как вы? Тут тоже говно, все в говне. Нет? Я не знаю, может... Посмотри, как ты его купил. Я ебал, тут все в говне. Найк, Джордан, нахуй. Все, что хочешь, ключики, нахуй, на 15. Фу. Я так влез в говно. Там на открытой улице, там камеры еще. Давай обойдем, посмотрим. Вот, смотри, вот тут вот. Смотри, тут можно залезть. Вот, тут решетка вообще. Все вот так вот все выглядит. Да. Блядь. Не знаю, что делать. Решили поставить сюда коляску. Я сейчас переверну эти коляски. Блять! Ты же не наткнулся. Давай, давай делаем за него. Давай, залазь, ебать, хули. Удался, Андрей залез наверх. Мы залезли уже на балкон этот. Андрей мне скинул ногу, я по ноге залез. Здесь как было тяжело, сейчас покажу. Тут крыша без ничего, тупо косая. Мы по ней вот так оттуда... Сейчас будем тут бомбить. А ты, типа, я не знаю, короче, как-то полить. Давай ебашь, потом я ебашу и снимаемся быстро отсюда. Мы поставили сирену. Не-не-не, туда лучше, туда. Там высока, высота меньше, чувак. Здоровая высота? Туда лучше, ты можешь туда дойти? Ты можешь дойти туда? Ебать. Оно тут проваливается. Давай тебе подогнать что-то, эту коляску. Аккуратно просто, видишь, под ногами у тебя что? Лучше туда, чувак, наконец. Ты уж, а тут какие-то кусты. Ты уверен? Отойди, да. Стой, дай я... Забери камеру оттуда. Ну вот тут вот вроде, видишь, никто не... Давай. О! Я всю жопу промочил, это пи***, пока там лазил. Умолуюсь со всех сил, она не керосин. Даже без дреты цепей я рву всех не грил. Мне не нужен черный скин, чтобы апнуть скилл. Ты слышал? Что? Чтобы апнуть скилл. Рот закрой свой молочный, я тебя не спросил. Она сняла все белье себе, хоть я не просил. Много новых шмоток, а с чьей-то карты вбил. Он открыл свой тинькофф банк, понял, что в минусе. А, в минусе, а. Умолуюсь со всех сил, она не керосин. Даже без драты цепи я рву всех не грил. Мне не нужен черный скин, чтобы апнуть скилл. А я, чтобы апнуть скилл. 7 штук 30 кручу, как шарик на оси. Малая член соси, пока я жду такси. А я, мы в Варшаве на студии. А я, эй, брок, даже проехала стражмейском под забор и сразу же. У нас краска была плохая, которая впитывалась в стену. Но она была бесплатная. Она была бесплатная. Мы ее намутили. Умолую со всех сил, она не керосин. Даже без драты цепей я рву всех не грил. Мне не нужен черный скин, чтобы апнуть скилл. Я, чтобы апнуть скилл. Жгу, молую со всех сил, она не керосин. Даже без драты цепей я рву всех не... Голд. Я кукол? Да. Какой-то... Ты знаешь, что такое голд? На. Кто? Тот, кто позволяет ебать свою жену. Вы этого, сука, Вову не слушайте. Он, блядь, такой хуйне может научить. Тут угол нормальный такой. Сука! Мои ноги начали скользить. Что-то жестко скользят ноги. Вот на дерево упрись ногой или рукой. О, блядь. Нормально, тип, дуй и косяк.
Йоу, ребят, вот и наша покраска подошла к концу. Варшава Централь, ты сам большой сборок. Ночью ты смотри в окно, когда сидишь в автобусе. Все ходят, шатаются. А ты что, гонишь? Мы когда-то в автобус зашли, а там бомж обоссанный тупо лежал. У меня такое было, обосранные бомжи. Воняют. Воняют. Только говорили про это, вот уже выгоняют. Только что к нам в автобус зашел контролер. Я выбежал с автобуса. И он начал меня держать за капюшон. Я тупо сорвал его руку и убежал. Потому что штраф бы я не заплатил бы сейчас. А как все происходило? Мы сидим в автобусе с Андреем, разговариваем. Двери закрываются, Андрей говорит, контролер. Я такой понимаю, что все. Он подходит к нам, я начинаю тупить, типа что-то в телефоне. Я говорю, мне надо выйти. Выхожу с ним, эта дура меня берет сразу за капюшон, держит. Я понимаю, что все, пизда. Я тупо начинаю просто съебываться. Я от него убежал, забежал на какую-то станцию, блядь, заброшенную. Созвонились с Андреем. У него нет ни интернета, ничего, типа. Типа, у меня денег нихуя нету, ни на телефоне, нигде, типа, я вообще не при делах. Полиции поставил меня к стенке, сел в машину и жрет шаурму. Вот так вот мне ее протягивает. Я ее беру, вытягиваю, он такой, не хами мне, ты че ее вытягиваешь? Я говорю, так ты мне ее дал, блядь, типа. Он мне вообще угрожал, сейчас мы тебя пакуем, везем в участок, типа, в итоге посидел, доел шаурму, отдал мне легитимацию и сказал, все, жди, типа, суд. Короче, мусор. Это все мусора, они сосут такие шляпы здоровые. Поэтому через 5 минут должен был его набрать. Он дура петляет. Ох, тип, ты что гонишь? Я рад, что все произошло, как произошло. 5 мастер цикл убегает. Скажи, он мне такой, ты маешь билет чи не? Я говорю, мам. Я говорю, моя основка, типа, надо выйти. Андрей остался в автобусе, я с этим долбоёбом вышел, он меня за капюшон взял. Я только это понимаю, я сразу начинаю съёбывать. И я убежал, получилось убежать. И в такие моменты очень впадло, что нет GoPro-шки. Теперь мы уже точно домой. Чувак не думал, что контролёры сейчас в карантин. Мы шли рисовать ночью, а уже вот утро светает, птички поют. Как вы могли понять, у меня не получилось добрать, потому что, ну вообще атмосфера, что у меня, блядь, перила очень скользкая, блядь, не получилось у меня добрать крэнкарм, перила была очень скользкая, у меня, может быть, немного не хватает скилла на этот трейл, потому что он очень здоровый и страшный. Я очень много упал раз на попу, понял, в одно место бился, все время в одно место бился, еще немного колено разбил, там, косточку разбил, такое. Поэтому я решил не убиваться до последнего, не добирать, потому что уже ребята хотели ехать на другой спот, я не хотел никого задерживать. Первый кинг, он очень резкий, и я не понимал, как в него зайти, поэтому отъебывался все время назад. Ну ничего, я думаю, я еще вернусь и доберу. Как говорится, кто не падает, тот не встает. Да, ребят? Летим, подписывайтесь на меня, и будем вместе добиваться новых целей. Ребята, мотивационный влог. Ладно, все, всем пока.